финал турнира по настольному теннису в клубе «Белая молния» 1968. На подаче Филиппов Александр. Рома, Филиппов Александр или Алексеевич, забыл? А? Филиппов Александр или Алексеевич? Александр. Филиппов Александр. Против Санаева Сергея. Эти парни прошли сито отборочного тура и попали в сетку первого финала. Там обыграли всех. И вот, наконец, встретились между собой. Напоминаю, победитель сегодняшнего турнира получает одно бесплатное участие в одном из турниров в клубе «Белой молнии». Турниров, организованных форумом TTPlaysFB. Рейтинг городской Филиппова Александра, конечно, повыше Сергея Санаева. Но Серега, он боец от природы, он не сдается, играя за каждый мяч. Хорош! Сдавайся! Хорош! И Сергей Санаев выигрывает сет. Нет, не выигрывает сет. 10. Хорош! Серега, давай! Ай-яй-яй-яй! А я не понял. Ты выиграл? Он промазал сейчас, да? Да. Поздравляю. Спасибо. Получаешь бесплатное участие в одном из турниров. Сереж, чего не хватило? О, выносливости. Устал тоже, да? Да, устал. Нет выносливости, нет концентрации, нет тенниса. Ну, спасибо, Сереж, что пришел, молодец. Да, спасибо, Саша. Жаль, я не вышел. Это точно. Вот с тобой поиграть. Может, Барсуков вот этот вот. Барсуков, со своим топ-спином по линии коротышкой такая. Да, вообще. Но молодец. Работаем. Молодец. Ладно. Ну все тогда. Спасибо. Все тогда.